Луганский государственный университет имени Владимира Даля продолжает развивать международные связи, особое внимание уделяя совместной работе с учреждениями высшего образования России. 1 апреля в столицу Луганской Народной Республики прибыла делегация из Российской Федерации для подписания договора о сотрудничестве между Далевским университетом и Московским автомобильно-дорожным государственным техническим университетом. Мы нашли две точки соприкосновения. Мы сейчас коллеги дадут нам письма, да, чем нужно помочь ему. Но я уже договорился встретиться, состыковать заведующего кафедры автомобильного транспорта и заведующего кафедры автомобильного транспорта. Спасибо. В составе делегации приехали представители Всероссийской политической партии «Единая Россия», которые привезли письма от детей Российской Федерации из детского дома «Домовенок» для защитников вооруженных сил Российской Федерации и народной милиции Луганской Народной Республики. Наш народ непобедим, и я уверен, победа будет за нами. Тем более с такими детьми. С такой поддержкой это очень важно. Да. Помощь всем категориям населения, пострадавшим от украинской агрессии, осуществляется в Луганской Народной Республике на всех уровнях. А благодаря поддержке России сегодня мы работаем над тем, чтобы организовать мирную жизнь и наладить сотрудничество с предприятиями и учреждениями Российской Федерации. Безопасность и открытая граница. Первый шаг уже сделан. Республика, Луганская Народная Республика, стала самостоятельным государством, самостоятельным субъектом. Мы ожидаем второй шаг. Это когда Луганская Народная Республика войдет в состав Российской Федерации. Когда будут сняты таможенные барьеры, когда мы сможем заезжать сюда, минуя кордоны, когда российский бизнес сможет спокойно прийти на территорию Луганской Народной Республики. Безопасно безопасно для себя. Когда действительно будет от того же города Луганска до границы отодвинуты. Дальше, Хотелось бы, конечно, как можно дальше, да, чтобы ни один снаряд, ни одна ракета больше не достигла города Луганска. Потому что предпринимателям, бизнесу что важно, да? Важна безопасность. Но безопасность, скорее всего, даже превыше всего. Я посмотрел историю города Луганска, посмотрел, какой это был промышленный центр. В советские времена, да, это был крупный промышленный центр. Я сейчас мечтаю, чтобы наконец-то начала меняться структура экономики Российской Федерации. А что в первую очередь надо сделать? Да? Это надо развивать собственное производство. И как раз у Луганской области огромный потенциал, огромный кадровый потенциал. Так, вот прекрасный университет, да, который здесь как раз в советские годы, да, и уже и в украинские годы учил инженеров как раз. Да? Это те вот востребованные профессии, которые необходимы в производстве. Потому что, много мы учили бухгалтеров, юристов, конечно, тоже все профессии важны. Но, повторюсь, нам необходимо, для того, чтобы наша экономика была суверенная, по-настоящему суверенная, необходимо развивать в первую очередь это производство. Да, и, повторюсь, в Луганской Народной Республике все для этого есть. Старейший университет Луганской Народной Республики подписал ряд договоров о сотрудничестве с университетами России, что позволяет студентам и преподавателям развиваться и приобретать опыт в новых направлениях, которые давно применяются в Российской Федерации. Такое сотрудничество необходимо для участия в международных мероприятиях и проектах, а также открывает возможности подачи заявок на участие в грантовых программах. Несмотря на сложные условия, в которых сегодня продолжает свое развитие Луганская Народная Республика, Далевский университет остается лидером в инновациях и международном сотрудничестве.